Ну вот, добрались. Это здесь мы и ночевали, кстати. Сейчас оставим часть пожиток здесь своих. Я за водой пришел. Оп. В это ущелье. Помните, да, на лошадях проезжали. Но здесь вверху, как вы видите, ничего нет. Поэтому сейчас пойду вниз, вон где овцы. Хотел специально выше овец, чтобы вода чистая была. Но, ага, вот источник есть, нашел. Отлично, вот он, прямо свежий, смотрите. Замечательно. Ну да. Ледяная, ледяная, зубы ломит, чистейшая вода, поэтому можно вот из прям где течение так пить. Сейчас водичку наберем. Мирно пасущаяся скотина. Чуть отдохнул, посидел. Смотрите, как интересно. Кругом куча, остан. Под солнечным благословением. Мясо спасать надо, а то оно парное. Да, и поэтому лучший вариант, конечно, его сейчас просушить слегка, чтобы оно остыло. Охранщик мяса. Против мух. Сидим с Димой, рассуждаем. Хамство какое, да? Сидим в мясе от мухов. Едим мясо. Едим мясо. Ну-ка, брысь. Вот. В общем, продолжение банкета, да. Фу. Oh, my God.
Тяжело? Пойдет. Хорошо сделали. Отлично. Опа. Все. Молодец, Женя. Вот сейчас твоя рыжая коняшка. Да. Залази. Как лихой кавалерист. Да, тут так не получится. Подожди, держи за узду ее. Все. Отлично. На. Жень. Раз. Открывай. Давай. Опа. Вот. Загрузили. На. Я даже... Да, взял гаджет, смотрите. Опа, одел. Все, окей. Фотографировался, да? Да, не говори. Здорово. О, видишь, как ногу спрятала. Да. Красавица. Че, до лагеря основного? Окей. Да, до промежуточного. Окей. Еще раз, Рахмет, все. Пошли, все. Давай. Вперед. Не хочет идти. Орел. Все, до лагеря. Да, вот такие высоты здесь. По каменным осыпям лошадь осторожно идет. Да. Молодец, хорош. И все время открывается каждый раз новые красоты. Ну вот, дорога, сами видите, аккуратненько. Лошадь сама выбирает себе путь. Вот так вот. Очень живописное ущелье. Сейчас вверх поедем. Там елки. Мы вчера ночью спускались здесь. Ну а сейчас вот хоть полюбуемся на эти красоты. Такой курумник тоже залезли. Вот мы елок достигли. Красота. Алимбек сейчас нашел несколько теков, самок. Мы их засняли. Кое-кое как с лошади слезли. Но получилось хорошо. А вон еще одна вылезла. Какой коза. Да, с чепушом коза. 140 метров. Смотри, какие они шуганные. Людей не видели. Это двухлетка козел с козой. Смотри, не боится. Двухлетка козел. Вон коза. Вот такая природа. Не боятся совсем. Рядышком. Совсем рядышком. Ну ладно, отличный кадр. Где-то 140 метров. Очень затяжной подъем. Лошадям тяжело. У Диминова вон весь зад потный. Отлично, молодец, Бек.
Давай. Давай, Вель. Ирина, до обеда. На равнину выезжаем. Как? Жабык. Жабык? А, отлично. Понял. Ну вот, по этой территории уже ехать намного спокойнее. Все? Пошли. О, мой кепка нашелся. Да. О, кепку нашел. Катя, посеял на обратном пути, сейчас нашел. Да, палку. Сейчас 6 секунд. Дим, достанешь палкой? Кепку поймал. Дима кепку мою поймал. Я думал, все, посеял. Думаю, как я домой теперь поеду? Жена, а дома жена. Олимпек увидел, молодец, говорит, я думал, моя кепка, которую сдула. Так что вот тут страна кепок, смотрите. Шире какая. Страна вершин. Ветер страшенный, просто боковой идет, но красиво. И опять встречаем захоронение. Одно, второе, вот прям побольше так, третье. Ну, как видно здесь, вот еще были. Да. Исторические места. Подъезжаем уже почти к лагерю. Осталось, может быть, перевалить, и мы в промежуточном лагере, скорее всего, будем. Ну вот и наш стан. Отлично. Да. Давай по тропе. Лошадь устала. Я думаю, что-то никого не тут, я хотела посмотреть. Понятно. Супер. Ну вот, мы дома почти. Мясо, заметьте, нужно обязательно просолить и повесить часов на 12 вялиться, чтобы оно не испортилось. Короче, хотели вроде здесь так на подольше чуть остаться, на самом деле нет. Мы по новой выдвигаемся. Вот, будем снимать для фильма все, что увидим интересного. Сейчас видел, здесь гриф летал. Помните, мы говорили, что здесь грифы водятся. Так вот, хочется посмотреть, увидеть хорошего представителя этого вида. Посмотрим. Все, поехали по новой. Все. GoPro стоп видео.